Киевском районе Москвы находится школа номер 75. Это обычная средняя школа, но есть в ней одна особенность, о которой мы и хотим рассказать. Здесь все любят спорт. Лучшие спортсмены школы недавно вернулись победителями из города Магдебурга, ГДР, где на международном первенстве по легкоатлетическому четырехборью завоевали 18 золотых и 6 серебряных медалей и главный приз – Кубок Дружбы. Пять золотых медалей получил Володя Чугунов, герой магдебургских состязаний. В своем классе он физкультурный организатор. Капитан школьной команды Галя Макеева. Галя Вещагина и ее одноклассник Володя Волков привезли из Магдебурга по две медали. Лида Усик тоже отличная спортсменка. Самой юной в команде была Наташа Тульская. Ей всего 12 лет, но и она вернулась с международного первенства победительницей. И, конечно, не было бы в школе столько хороших спортсменов, если бы не Александр Иванович Волков, преподаватель и опытный тренер. Его справедливо называют душой школьной команды. В школе особенно популярно легкоатлетическое четырехборье. Это метание мяча, бег на короткую дистанцию 60 метров, прыжки в высоту и прыжки в длину. Именно в этих видах и победила команда 75-й школы в Магдебурге. А сейчас идет подготовка к первенству Москвы, ответственным соревнованиям. И когда настал день открытия первенства столицы, воспитанники Александра Ивановича Волкова поднимали флаг соревнований. И в Москве герои магдебургского чемпионата выступали хорошо. Прыгает Вера Луканина из 75-й школы. Как и в Магдебурге, снова первое место. В этом забеге стартовала 12-летняя Наташа Тульская. И на этот раз она была первой. Радость Наташи и ее подруг понятна, ведь и в командном зачете снова победила ее родная 75-я школа. Так начинается путь в большой спорт.